Ребят, всем добрый день. Вы на канале Пиратская жизнь. У нас сейчас будет обед. Ну. Привет, привет. Нина. Никого. Вован. Так, у нас обед, смотрите. Макарюшки, мясо, курочка, холодец и торт. Да-да-да. Торт я положила в одну тарелочку, потому что... Стол не резиновый, сюда все не лазит. Сюда все не влазит. Все. Всем приятного аппетита, а пить мы будем морс. Да, очень вкусный морс. Господи, что с ней сделали? Чего ты? Ее постригли под горшок. Ничего. Я ее 1000 лет не видела. Ларису Гузееву. Да, да, да. Ничего. Господи, какая ужасная челка. Как она ей не идет? Да, да, да. Не, реально, мне кажется, ей не идет эта челка. А стилисты думают, что идет? Это если мне сделать челку. Вот ее мне вот и обрили так. Мне вот не идет чок. Ужас какой. Я давно так не смотрела это. Давай поженимся. А тут ее это. Зачем тебе глядеть? Да, я уже как бы. Уже поженилась. Вот. Зачем глядеть-то? Угу. То, чего тебе. Ну прямо ей не идет. Вот лично мне, мое мнение, ей не идет. Сейчас увидела, господи, черный еще какой-то сделать. Да, 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 да. Ну, это мое мнение. Стилистом, конечно, значит, лучше, но нахер таких стилистов. Понимаешь, что нифига. В колбасных обрезках. Все, я понимаю. А ты вот нифига не понимаешь. Да. Угу. Девушка красивая. И не подгоршить ничего. Ой, ужас какой. Какая-то челка, вот здесь какие-то торчат. В азиатском стиле. Вообще, да. Она просто ужасна. Господи, ну мне вот сделать вот такую челку, ну это не пойдет же. Мне не идет. Я вот не люблю, наоборот, челки. Я постоянно пытаюсь все вот это задрать вот наверх. Некоторые любят. Чтобы у меня вот не было ничего на лбу. Меня прям бесит. Когда что-то волос попадает на лоб, и мне прям хочется его убрать. Ну что, как день-то прошел? Рабочий. Как всегда. Как всегда? Заскучали там по тебе? Да, конечно. Небось. Где там Вовка-то? Угу. Где там Вовка? Вкусно. А я вот по тебе не скучала. Я так и думал. Я заскучала только, когда вечером легла спать. Да. Вот там было скучно. Грелки. Некого, да, грелки нету, постелька холодная. Вот только из-за этого, понимаешь? Кажется, дня. Нафиг отсюда. Слушайте, очень вкусно. Но надо готовить. Мясо я разморозила. Я предлагаю сделать обычные котлеты. Там как раз это есть. 2 кусочка батона. На такое количество будет саморез. Мяса там немного. Все, Вован, еды-то дома заканчиваются. Надо жену-то кормить. А то уйдешь. А тут кто-нибудь другой повар придет. Конечно. Не боишься? Ты же умеешь готовить. Я не умею готовить. Я плохая хозяйка. Да, да, да. Я вообще, я плохая хозяйка, я не умею готовить. Да, да, да. Да. Ты вот свято веришь? Или все-таки ты не отрицаешь? Ты себя в грудь бил. Что умеет готовить? Да я не умею готовить. Ты готовь, готовь. Я не умею. Мне очень приятно, как он готовит. Тоже пускай тренируется. Угу. Это твоя прерогатива. Да? Мне, кстати, очень понравилось вот это мясо с беконом. Оно просто волшебное. Очень мягкое. Лучше, чем
Горчица, мне кажется. Когда просто обмазываешь. Еще сделай. Возьми, да еще сделай. У нас вырезки нету. Бекон найдем. А вот вырезки нету. В магазине есть. В магазине есть. Просто раз были, не было вырезки. Вот они там глядела. Скажи, где? Где шея? Там, правда, маленькая. Что там на работе, холодно, говоришь, да? Холодно. Так и не сделали вам ничего? Ночью ты не замерз? А ты спал в будке, получается, да? Угу. Блин. Сейчас опять заболеешь, блин. Опять, блин. Куча будет проблем с тобой. Там делка есть. А делка есть? Ну ты же говоришь, что там 16 градусов. Угу. Ну пипец вообще. Закутаешься в одеялку, все. Вам там что, не могут поставить обогревателя? Какая-то ушла. Обогреватель. А ты постоянно на одном посте будешь? Посту. Посте. Посту. Угу. Давай, может, купим тебе этот маленький обогреватель. Вот такой, ну, нагнетающий. Угу. Как помнишь, у девочки так было в машинке? Такой кругленький, который переноска-то. Чего? Обогреватель. Давай. Тепловентилятор называется. Ну да. Но только по низу. Ну и чего, он нагнетает воздух, то будет тепло. Да. Ноги-то вот, когда замерзнут, то вообще ужасно будет. Давай. Он не дорогие. Угу. Как раз вот зарплату получу. И купим, да? И купим, да. Серьезно, давайте купим. Ты же если работаешь на этих постах, блин, пипец вообще. А потом, если что, домой его припрёшь. Mm-hmm. Когда будет тепло. Откуда? Оттуда. Mm-hmm. Ну они же маленькие. Ты же прям раз и всё. Кстати-то где я его буду? Ну там с ребятами, с пацанами. Там, пускай пользуюсь пока. А потом главное, чтобы не сломали. Mm-hmm. Вот это самое главное. Слушай, мне важнее, чтобы ты там не заболел. Тебя лечить потом будет дороже. Прикиньте, 16 градусов, они там спят. Всю жизнь. Ладно. Вот они у них там и болеют. Один за другим. Один выздоровел, двое заболел. Ну да. Мне, чтобы нормальные отопительные приборы сделать. Эксплуатируют. У тебя, вроде, завод-то такой не бедный. Сейчас никто не будет ничего покупать. Ага, типа зима уже заканчивается, да? Да. Вот. А на следующий год, ну мы типа это, вот на ты. Следующий год. А на следующий год опять ни хрена сделал, опять какой-нибудь коронавирус прилетит. Следующий год, это следующий год. Ну ты говорил, что в прошлом году они должны были поставить, но так и не сделали. Угу. Денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Вот так вот на работе. А там еще кто-нибудь заболел? Чего? Ну, на работе. Ну все, выздоравливают. Уже выздоравливают? Ты же сказал, у вас там кто-то ждет анализа. Теста. Пускай ждут. А после вас с Олегом еще кто-нибудь заболел? Угу. Кто? Не знаю. Угу. Не знаю, да. Ну кто-то. Кто-то есть, да? В общей сложности сколько там переболел корона? Из охранного состава. Я что считал? Ну, примерно. Скажи, не знаю, что ты писал. Я что, считал там всех? Ой, ты болел? Ты болел, да? Да, так и надо было. Угу. Да только ты там так можешь. Нормально.
Не, ну, раз они не могут, значит, мы за свой счет купим. Потому что я тебе говорю, потому что серьезно, тебя потом лечить, это пипец будет. Да. Ну, вот сколько их, лада. -24, вся жизнь. Сегодня обещали потепление. Ага, до -17. Да, ну, уже не 20. Ну, прям вообще. Зарплату не платят. Ничего не это, там ничего не ставят вообще. Работаешь, за спасибо. Вот реально, денег нет, а вы держитесь. Ладно, Валяга есть. Пиздец. Это военный завод? Обогреватель. Свой. Ну, а вы с кем там работаете в этой будке? С Олегом? Нет. А с кем? С кем-то. Ну, да, давайте так. Скиньтесь и все. Давай мы купим. Угу. Неужели там человеку тоже нравится мерзнуть? Я бы вот не стал. Такие условия. Существует же какой-то трудовой кодекс, там, в конце концов. Значит, нарушение твоих, не знаю, обязанностей. Обязанности? Точнее, не обязанности, а это твоих прав. Угу. Ты что, на право глядит, ты что? Вообще жесть какая-то. Денег не платят. Морозят, они там болеют, блин, один за другим. Пипец вообще. Как хочешь, так и выживай. Я говорю, вот если бы не моя хомячистость, ну не знаю, как бы мы пережили твои два месяца болезни. Потому что я хомяк от природы. Запасаю. Откладываю, запасаю. То, что приболел корону, еще не значит, что ты теперь все сильный. Ты можешь заболеть и просто простудой. На, ложку. Забыл. Все, кушал. Молодец. Доедай. Тортик. И молодец. Все, мы быстро, да? Пока бегаешь, тепло. А потом когда это? Да. Там не, блин, обогреватель надо. А что надо? А окна делать. Ну уж извините, окна я тебе там не сделала. Видишь. Не, нам обогревать хоть что-то. Там выдувает все. Ну, вот на электричестве их разоришь. Угу. Мы тебе купим обогревать, и ты их на электричестве разоришь. Серьезно, пойди посмотрим. Да вообще дома иногда полезно иметь такую штуку. Тепловинный вентилятор. Да. А вдруг отключится электричество? Ну, пол греет только. Ну, слушай, ну, скоро, например, весна. Скоро отключится отопление. И там недели 2-3 будет дома дубак. Пока на улице не встанет нормальная температура. То, что я считаю, это хорошая вещь. Сейчас там пару месяцев попользуюсь, потом домой припрешь. Она маленькая и все. Как такой вариант? Там за 2 месяца его убьют, Надик. Ну ты его там... Забирай, убирай, прячь. Mm-hmm. Ну, либо, блин, ребятам скажи, ребят, ну, как бы я свой принес, так что давайте аккуратней. Как бы я вот, я и вам тепло, и, да, и нам тепло. То есть, ну, нахрена ты? Видно сон? Сразу, что ты вчера не работал на меня. Чё? Не свое, значит, надо сломать обязательно. Да? Да. Не знаю, я как-то всегда очень аккуратно относилась к вещам. Особенно чужим. К своим-то аккуратно относишься. Да.
Но так как вариант, мне кажется, очень классный. Угу. Ничего классного. Это как болит. Потом башка болит. А чего? От него. А что это оно болит-то? Это под... подумай. Кислород выжигает? Угу. Ну, логично. Как спать-то? Проветривать. А ты же говоришь, что там все равно окна плохие. Проветривать, ага. Окна плохие, считай это. Сразу микропроветривание. Совсем щелей, да. Угу. Офигеть. Левкам тогда нужен-то. Ну, мое дело предложить. Да, да, да. Ты уж. Предлагаешь не то. Критикуешь, предлагай. Угу. То есть я не хочу, чтобы ты болел. Вот он сегодня пришел, залез ко мне под одеяло, ноги ледяные вообще. Вот я ему полчаса отогревал только. Угу. Потом заснул. Отогревал-то, да? Да. Ты отвернулся и дальше спать. Я тебе ноги свои положила горячие. Ну, конечно. Рядом. А что мне тебя смотришь, что ли? Наелся? Ну, есть же еще тортик. Может, отгрызь его? Ага, ты мне много. Давай-давай. Налетай. Вкусно. Отлично все. Чего? Чего? Да, чего? Помоги мне с тортиком. Не хочу. Че, не понравился? Твой тортик. Ты ешь. По-моему, очень вкусный. Очень вкусный торт. Ну так. А что, есть какие условия? Труда. Ужасные. О, ужасные. Если ты опять сляжешь, то он слабенький. Как что, на тебя ветерочек подует сразу? Mm-hmm. Кстати, вот мы сегодня заметили, коронавирус нам мужиков трогает. Чего? Он у него... У друга, чего? У Олега, у него вся семья чего? В легкой форме девушки, чего? Жена и дочь, а вот он тяжело. У кого какой организм? Ну что, у Олега плохой организм? Не знаю. Мужиков только? Да, конечно. Бьет. Мужики слабые. Не то, что мы. Вейтсаны. Вот так вот. В общем, не болейте, как говорится, всегда откладывайте, потому что мало ли вдруг будут такие случаи, что пришпили. Вот. Хомячите. Ладно, всего хорошего, любим, целуем. Сейчас, может, что-нибудь приготовим, погуляем, разумеется. А ты 2 дня уже из дома не входила. А кто тебе мешал? Хорошо, в следующий раз пойду по любовнику. Да, конечно. И закончим. Иди, беги скорее. Бе-бе-бе. Все, увидимся. Всем спасибо, всем пока. 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 Пока.